Еще один проект, который развивает миссия Go with Christ Kenya, это проект первой христианской библиотеки. Проблема заключается в том, что в Кении, даже если люди умеют читать и писать, они испытывают огромную нужду в образовательных материалах. Практически хорошая книга стоит приблизительно половину зарплаты среднестатистического кенийца. Если книга на самом деле очень хорошего содержимого качества западного образования, эта книга стоит приблизительно 2 или даже 3 зарплаты среднестатистического жителя Кении. Естественно, люди не могут позволить себе читать книги, они не могут позволить себе купить книги. Мы, как миссионеры, задались вопросом не только организации и строительства школы в Кении, но также, чтобы людям образовательный материал он стал доступным. Мы хотим организовать библиотеку. Друзья, мы просим вас, чтобы вы нас поддержали, чтобы вы поддержали нас молитвенно, чтобы вы точно так же поддерживали нас финансами. И если у вас есть возможность, ваши интернет-библиотеки содержатся книги на английском языке в PDF-формате, вы можете прислать эти книги нам по электронному адресу. Мы сможем эти книги напечатать в Кении, и людям образование станет более доступным. Пусть Бог вас благословит, оставайтесь вместе с нами, и давайте сделаем миссию в Кении на самом деле процветающую, благословенную и оказывающую влияние на эту страну и на этих людей.